Знаете что, дайте мне нормально. Катерина Анатольевна, пригласи Татьяну Алексеевну, пожалуйста, а то мне отсюда не уйти. Все, что нужно, да. Пригласи Татьяну Алексеевну, пожалуйста. Я прошу вас предоставить информацию о деятельности органа местного самоуправления. Дата заседания назначена уже? Татьяна Алексеевна, назначена ли дата заседания? Татьяна Алексеевна, дата заседания назначена? Думаю. Будем рассматривать вопросы вашей отставки. Так назначено или нет? Ничего не понимаю. Не хочу с вами общаться. Отстаньте. Есть вопросы ваши желания? Отстаньте. Вы не обязаны такой информацией предоставить. Так, товарищи, что у вас происходит? Вы простите, кто? А, я представитель Слободской районной администрации. Это муниципальное образование. Ручки от меня уберите, пожалуйста. Которое Татьяна Алексеевна, наша муниципальная. Татьяна Алексеевна, вот вы... Ну хорошо, хорошо, хорошо. Нет, выйдите. Татьяна Алексеевна, пойдемте, вы сейчас видите все. Когда? Когда? До свидания. Хорошо, вас как зовут? Татьяна Алексеевна, не вас как зовут? Нет. Вы же, подожди, вас-то как зовут? Я поняла. Татьяна Алексеевна, пойдемте с нами. Вас как зовут? Пожалуйста, у нас. Вас как зовут? Пойдемте. Любой гражданин может присутствовать на заседании любых дум, любых представительных органов. Мне сейчас все, что нужно, это узнать дату, когда назначена. Не мешайте, пожалуйста, мне общаться с представителем администрации Слободского района. Мне нужно узнать дату, когда назначено заседание думы. Информации, к сожалению, в отличие от Кировской, от Москвы, не публикуется нигде. Вы знаете, когда назначено? Вы поймите, сейчас отказ, давайте эту информацию, это уже... Вы молчать решили? А теперь опять зурит вокруг. Татьяна Алексеевна и Тимо, теперь к вам уже. Скажите, когда нужно это заседание? Когда заседание будет назначено? Татьяна Алексеевна, милая, что ж вы скрываетесь? Татьяна Алексеевна, Татьяна Алексеевна, когда заседание назначено? Это что хоть такое-то? Эдуард, вот сними ленточку. Пыли, дай. Опа. Вы поезжайте, говорит она, а она подождет. Татьяна Алексеевна, ну так что, вы знаете? Вы-то знаете, нет, когда назначено заседание? Я просто не могу его оставить. Вы-то знаете, когда назначено заседание, думаю? А извините, Михаил. Вы просто так подошли к нам смело, а вдруг сейчас молчите. А вы знаете, когда заседание, думаю? Понятно. Вот так. Вы знаете, когда заседание думы? Ну и не включая фар, поехали. Забыл фары включить. Правонарушение хорошее очень. Как же так? Фары забыли включить, господин водитель, фары!